Спонсор прогноза погоды — компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. В четверг в Самарской области пасмурная и облачная погода, местами осадки в виде снега. Ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха в дневное время -7, -9. Ночью 10-12 градусов мороза. В Сызрани на небе тучи, без осадков. Днем -7, ночью 12 градусов ниже 0. Ветер западный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой снег. Днем -7 градусов, ночью -10. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен снег. Днем -8 градусов, ночью -11. Ветер юго-западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.